конечно, приятно снова быть в зале. Первый матч сезона, точнее, первый матч регулярного сезона. Мы так готовились все равно 3 месяца подготовки и сыграли спартакиаду, сыграли кубок. Но все равно регулярный чемпионат – это что-то такое очень интересное, потому что начинается новый этап, и всегда приятно победить, конечно же, в первом матче. Хотелось бы поздравить всех болельщиков, участников, всех причастных с началом чемпионата очередного. Ну и чтобы все без травм и побольше побед всем. Мы сегодня сыграли хорошо, наверное, результат удовлетворительный. По схеме игры, в принципе, выполнялось все. Но я думаю, это не тот соперник, наверное, с которым нам нужно бороться. И будут соперники посерьезнее, поэтому впереди работы очень много. Еще есть все равно нюансы, которые надо подтягивать в качестве игры, где-то взаимопонимание. Я скажу так, важное самое было именно сыграть нашу игру, то, что мы нарабатывали последние недели, именно наши комбинации, наши правила, все то, что мы хотели сделать, в принципе, мы должны были сделать. В какие-то моменты, конечно, да, можно было сыграть получше, где-то ошиблись, но, в принципе, установка была выполнена. Всех, наверное, нужно поздравить с началом чемпионата. Команду «Казани» с удачным началом. У нас пока не получилась игра, в первую очередь, по атаке. Проиграли. Ну и не помог прием. Причем такой, как-то чуть-чуть провальный. Хотя я понимаю, что это Казань, но все равно. Чуть попробовали подачи прижать, но тоже получилось нестабильно. По матчу, в принципе, я не скажу, что все прошло так плохо с моей стороны. Я считаю, что поставила 3 блока за первый матч. Я считаю, для меня это хороший результат. По поводу девчонок, будем работать, потому что я не успела еще со связками толком сыграться. Всего было 2 недели. Пройдут игры, посмотрим, что там будет. Да, готовились ко всем игрокам, и к Юнику, и к Павлу, соответственно. Но, наверное, заслуживает место в составе, если поставил тренерский штаб. Это дела волейбольного клуба «Липецк». Молодцы. Мы за ними наблюдаем. Будем смотреть за их развитием. Будем надеяться, что они будут прогрессировать, помогут «Липецку» и сами себе, и нам в будущем. Нет, мы не сомневались. Мы брали в аренду для того, чтобы они играли. Они как раз на них был, особенно на Павлу, было очень характерно, что она перегорела наверх. Я думаю, что это все впереди. Я всегда выкладываюсь на все 100%, но нет, я, конечно же, я не думаю о том, что я вот именно хочу быть MVP матча, нет. Просто играешь всегда с командой на все 100%. Для Заманской, конечно, вызов сборной – это очень хороший опыт, и она с каждым днем все больше уверенности приобретает. Надо продолжать и в том же духе. По нескольким игрокам мы написали там план, который нужно подтянуть в этих элементах их игру, и Даша в том числе. Но она хорошо относится к работе, поэтому будем надеяться, что прогресс будет. Волнение спало, потому что я все-таки первую игру провела за Суперлигу, еще будучи в «Динамо» Казань. Все было просто на эмоциях. Я когда начинаю играть на эмоциях, у меня все идет само собой. В конце августа мне подходит главный тренер молодежной лиги и говорит: «Собирай вещи, ты завтра уезжаешь в Липецк». Но потом сложилось так, что меня оставили на 2 недели еще здесь, в Казани. Поэтому я уже была как-то более подготовлена к тому, что я уеду, поэтому все нормально прошло. В Липецке, да, все хорошо, город, правда, еще не успела посмотреть, пока обустроилась, пока пришли все вещи, то есть тренировки, но выходных хватает на самом деле.